Да, артиллерия систематически работает ежедневно, в основном ближе к вечеру. То есть так они чуть-чуть покошмарят, как говорится, вот, пока ответку не получат. Ну вот так, в принципе, вот, провоцируют на какие-то действия более глобальные. Ну, мы ответили так по культурности. И на этом стараемся, как бы сказать, сильно не активничать. Если будет наступление, то есть обороняться у нас есть чем, то есть уже подготовленные довольно очень хорошо. С каждым днем все лучше и лучше готовимся, смотрим разные варианты. То есть и без каких-либо вопросов, проблем, то есть можно отбивать наступление и даже не бояться.